Единство в многообразии. Представители ОБСЕ изучают казахстанскую модель межэтнического согласия. По мнению экспертов, успешный опыт нашей страны в этом направлении очень важен для международного сообщества. О значимости отечественной модели общественного согласия, а также уникального института Ассамблеи народа Казахстана говорилось на встрече членов АНК с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занером. Иностранные гости также ознакомились с деятельностью Дома дружбы в Нур-Султане. Напомним, что сегодня ассамблея включает свыше 1000 этнокультурных объединений. It's even more important to look for successful models, because these models are the ones. Успешные модели межэтнического согласия очень важны сегодня, потому что помогают международному сообществу противостоять вызовам и повышают устойчивость общества. Также отмечу активное участие представителей Ассамблеи народа Казахстана в мероприятии ОБСЕ. Делегация АНК показала большую приверженность. Казахстанская модель была презентована в КНМ, и она получила очень хорошие позитивные оценки. Она была презентована в ООН. В свое время Кофи Аннан высказал свое мнение о Казахстанской ассамблее народа Казахстана. В основе развития всех отношений прежде всего находятся ценностные отношения. Именно это связывает, наверное, разных представителей разных этнических групп в Казахстане.